Собственно говоря, как он завершился, я надеюсь, что проекты, многие, по крайней мере, из тех, кто были представлены, реально продолжатся. Проекты были очень интересны. Есть определенные победители. Но прежде чем мы назовем победителей, мы решили, что, соответственно, все команды, все участники, которые дошли до финиша, должны получить сертификаты. То есть все команды, соответственно, если превращали заявку, кто дошел до финиша, должен получить соответствующий сертификат участника. Соответственно, первая команда и Алексей Олег. Ваш сертификат участника. Да. Все. Спасибо большое за участие. Спасибо за приглашение. Пожалуйста, поддерживайте. Специально взяли наоборот. Так интересно. Спасибо огромное. Интересная платформа. Я уже говорил, что в ней я вижу какие-то большие перспективы. Мне очень хочется в это верить. Я как бы знаю, как бывает, но при этом есть надежда. Да, классная система. И очень приятно чувствовать себя в первых рядах тех, кто это все пощупал, и у кого есть возможность это все руками попробовать, реально поразрабатывать. Вот. И, в принципе, мне очень понравилась идея с флешкой, с SDK, когда вот ничего не надо ставить, просто любой компьютер мы загружаем. И качество реализации, Леша, заметьте. И оно работает, в общем, без коробки. То есть я не был на первом дне, когда... Я согласен. Потому что... Ну, там просто не бальтайп, нет. Russian know-how. При этом дома я разобрался с этим всем. И вот еще ночью вчера потыкал. Ну, за идею, на самом деле, спасибо Ренату. Да. Мне так скромно за реализацию. Персонально, да. Спасибо огромное. Третья команда, Виктор Роман. Роман. Спасибо. Виктор. Спасибо. Четвертая команда, Сергей. Спасибо. Пятая команда. Окей. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Можно сказать, что честно, Леша, ты так все хорошо сказал, я не знаю. Честно, не знаю, как давно. Спасибо. Договорились. Спасибо, чтобы с Дакара было. Спасибо. Живот. Спасибо. И шестая команда, Сергей и Антон. Так, ну теперь у нас, я думаю, самая интересная часть. Собственно говоря, я для этого вызываю остальных членов нашего жюри. И, соответственно, диплом за третье место и диплом, соответственно, второго вайс-победителя будет вручать Марк. Марк, я думаю, ты сам можешь объявить, кто у нас победил и какой проект. Да, у нас победил проект Sunrise. Мои телефоны. Второе место и основной West Winner. Так. Где назвать? Ну, собственно, да. У нас победитель команда разработчик Warbus. Надеемся на дальнейшие с вами контакты. Ребята, спасибо вам за приложение. Хотим посмотреть, попробовать. Не только Питер. Я могу еще раз речь сказать.
Получилось, что два проекта, которые действительно на очень серьезные задачи замахнулись, просто то, что, на что вы замахнулись, нереализуемо, наверное, в рамках двухдневного срока. То есть тут чуть-чуть не рассчитали силу с тем, что надо выдать результат в конце двух дней. А так проекты очень перспективные и очень, очень действительно интересные. Спасибо всем большое. На комментарии какие-то дополнительные. Спасибо всем, что вы пришли на мероприятие. Спасибо за активное участие, за вопросы интересные, за интересные предложения. Следите за новостями, добавляйтесь в наши группы. Задавайте вопрос. Всем спасибо. Я первый раз выступал в роли тренера, почти первый. И было действительно много очень интересных вопросов во время моего доклада. Отличные ребята. Спасибо еще раз, спасибо участникам, спасибо организаторам мероприятия. Общий комментарий какой. Ребята, очень хочется увидеть ваше приложение доведенное, очень хочется увидеть приложение, которое сегодня вы получили призы, по крайней мере, в качестве фреймворков, которые будут публично известны, которыми будут пользоваться. Что еще хочется сказать? Очень хочется увидеть какие-то статьи о том, что было сделано сегодня на том же хабре, может, в группах. В общем, хочется, чтобы был обратный отклик. Спасибо. Думаю, на этом мы закрываем. В принципе, какое-то время мы еще здесь будем, так что можно пообщаться. Коллегам из Москвы надо уезжать уже скоро. По крайней мере, Марк, я еще какое-то время здесь будем. Так что чай, кофе есть, какие-то еще точно есть. Там уже все. Ножки будут. Давайте вместе с победителями сфоткаемся. Давай. Победители все, пожалуйста. Алексей, ну давайте сейчас. Там чай позвольте. Хорошо. Давайте. Давайте общий, потом по отдельности может с каждым будет победитель. О, Жень, прошу. Давай тоже. Не, так, мы все смотрим на меня. Птичка будет? Не знаю, будет птичка. Да. Так,